от души, так сказать, было. Наша мадмуазель Мышка уже готова передавать, так сказать, бразды правления следующим годом. Ну и если честно, устали люди от этой проказницы мыши. Перемен ждут, и с минуты на минуты они должны прийти. Я так спокойно и тихо жил все эти 11 лет. Пася на лужку, валялся под солнышком целыми днями. Не хочу опять этой шумихи. Кабан, когда вернулся, почти год отойти от обиды не мог. Его люди провожать еще с 9 часов вечера стали. И свиньей обозвали напоследок. Сам виноват. Зачем он им так часто свинью подкладывал? Только и знал, что брюхо свое набивать целый день. А мышь, ты знал, что она начудила за этот год? Распустила вирусы, лишила людей радости, натворила дел, а мне теперь разгребай. Нет, не обижайся, но в этот раз без меня. А кто на замену мадемуазель мыши придет? Не знаю, мне все равно. Пусть мадемуазель мышь и остается на второй год, и дела свои решает. Как же там? А праздник? А шикарный стол? Оливье? Танцы? Весь мир так готовится к этому дню. Тебя все ждут. Можешь отправляться на новогодний праздник без меня. Уступаю тебе бразды правления. Ну, дорогой, что ты, дорогой? Ведь год и зовется годом быка. Миру нужен сильный, отважный правитель, готовый накинуться на неприятности, как бык на красную тряпку. Ну, в смысле, и быстро решать все проблемы. Столько писем тебе отправили. Вот я тебе зачитаю некоторые. Послушай. Здравствуй, дядя Бык. Мама говорила, что скоро наступит твой год и все изменится. Помоги мне стать таким смелым и храбрым, как ты, чтобы я смог дать сдачи соседу Ольке, который постоянно меня обижает. А вот еще одно. Вот и дождались года быка. Надеюсь, дружище, ты нас не подведешь. Принеси нам стабильности, мира, чуточку добра. Его так не хватает с наступающим. А вот, вот это послушай. Уважаемый символ года бык, это был тяжелый и сложный год. Я уже давно не верю в чудо, но надеюсь, что с твоим приходом наша жизнь изменится и станет лучше. Тем более, в будущем году нас ожидает радость рождения нашего малыша, маленького бычка. Надеюсь, наступающий год принесет нам счастье. Народ заждался твоего прихода, поэтому смелее, это же твой год. И правда, люди верят и ждут меня. Нельзя мне их подводить. А вот и они идут, а значит, все готово, чтобы проводить старый год мадемуазель Мышку и встретить Новый год быка. Прошел еще один прекрасный год, в котором пелось и грустилось, а то, что в нем не уместилось, пусть снова все произойдет. Прощай же, старый год, прощай, не до свидания, идет к нам Новый год и дарит обещания. Скажу я вам, мои друзья, пусть этот год будет удачным, счастливым, так же однозначно. Пускай упорно вам везет, я знаю точно, этот год добро с собой принесет. С наступающим годом вас поздравить я спешу, и в бурю, и в ненастье вам подарки всем несу. Всем желаю в эти дни петь и не лениться, не скучать, не тосковать, а шутить и веселиться. С наступающим Новым годом!